Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алиса Огородова и Олег Бурханов помирились. Бурханов помогает решать проблемы в семье Алисы. Олег пишет: «Из-за того, что она сделала свой выбор в пользу меня и острова, семья Алисы не одобрила это и отказалась от нее. Я решил позвонить ее маме и поговорить про серьезность моего отношения к ней. Мама Алисы недовольна тем, что происходит сейчас, но она будет смотреть на дальнейшие мои действия в наших отношениях». Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель вернулись из отпуска. Но Поляна встретила Диму и Олю скандалом. Конфликт разгорелся между Димой Дмитренко и новеньким участником Иваном Светайло. В интернете появились кадры, на которых запечатлена безобразная потасовка между ними, в ходе которой Дима не вынес накала страстей и обмочился. Ольге пришлось вступиться за своего парня. Она пыталась отбить Диму, нанося обидчику удары ногами. Затем она в очередной раз заявила об уходе с проекта, так как ей надоело терпеть издевательства. Вот отзывы фанатов телепроекта на эту ситуацию. «Это просто они с улицы на обуви снег принесли, а он по полу валялся, вот и штаны мокрые стали. Мне всегда приятно, когда этих больных особей гнобят, но даже для меня это уже перебор. Зачем так издеваться, стая шакалов? Это травля, самая настоящая». Как вы помните, отношения Лизы Полыгаловой и Дениса Баранова продлились всего несколько дней. Но оказалось, это не Лиза бросила Дениса, а наоборот, Денис отказался от девушки. Таким образом, он проучил ее. Баранов пишет: «Я никогда не верил Лизе. Еще до приезда Лизы ко мне я знал, что это очередная попытка заманить меня в свою игру. А Тата Абрамсон добилась своего. Валера согласился подарить ей кольцо за 150 тысяч рублей, которые она требовала. Но теперь все родные Валеры останутся без подарков на Новый год». Лиза Полыгалова и Ваня Барсиков объявили себя налобным парой. Ваня подарил Лизе букет цветов. А Ира Пинчук, когда узнала, что Ваня и Лиза стали парой, заплакала, кинулась на колени и стала просить Ваню дать ей еще один шанс. Но Ваня отверг девушку. Все участницы на Лобном тоже прослезились, всем было жалко Пинчук. Глеб Жемчуков показывает результаты недавней пластической операции. «Скоро буду вообще красавчик», – пишет Жемчуков. Элен Каминская и Андрей Назаров заселились в комнату. Ольга Бузова рассказала своим подписчикам, что ей в последнее время не спится по ночам. «Я теперь пишу стихи по ночам», – пишет она, – «а что делаете вы?» Дима Тарасов, видимо, считает Олю Бузову психически больной. Он активно лайкает те сообщения, в которых Ольгу поливают грязью. И на днях Дима лайкнул коммент, что у девушки психическое заболевание. Даже антифанаты Бузовой были шокированы таким неспортивным поведением Тарасова. Очень многие посчитали, что он ведет себя мерзко по отношению к когда-то любимой девушке. Катя Жужа похвасталась дорогим подарком. Супруг Олег Винник подарил ей золотые серьги с бриллиантом. Катя особо отметила то, что муж решил подарить их без какого-либо повода. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.